Всем привет! Меня зовут Марина. Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня очередная упаковочка. И упаковывать я буду вот этого вот малыша. Это микро-Оскар. Он сейчас завернут в пленочку, чтобы не повредился его мейкап. Он маленький, и маленькие вещи, они намного чаще и намного вероятнее могут выскользнуть из рук и, в общем, куда-то улететь, укатиться. Такое вполне может быть. И чтобы ничего не повредить, я его завернула в пленочку. Он идет с аутфитиком, с сумочкой-переноской и с мерчем. С мерчем, как бы это ни звучало. Ну, может быть, многие не знают, но мерч — это мерчендайзинг, это сопутствующие такие товары с моими логотипами. И хочу вот вам один из них показать. Это вот брелочек Мимо Марина. И он пойдет подарочком, так как Даша мой постоянный уже покупатель. Постоянным покупателям я люблю делать всякие презентики, подарочки приятные. Так. Снимем пленочку. Красотища. Я тут сделала такой какой-то симпатичный антуражик. Все микробики упаковываются в крафтовые коробки, как и другие мои куклы. Но в отличие от других кукол, здесь на упаковке будет только печать. У меня, кстати, новая. Это чернильная подушечка такого зеленого цвета, красивого. И сейчас мы сделаем печать зеленым цветом. Это моя именная печать. Надо бы за два раза, наверное. Вот печать. Для упаковки своих кукол я использую крафтовые коробки, и они такие крафтовые, что их не жалко выкинуть. То есть если вы имеете мало места в квартире для хранения коробок, то коробку не жалко выкинуть. Если вы все-таки планируете как-то потом, допустим, перепродать кукол от меня, то достаточно вырезать просто мой логотип, эмблему, чтобы она у вас как бы была, чтобы человек хотя бы от коробочки эмблемку получил. Но на самом деле я безумно рада, что на вторичке мои куклы попадаются настолько редко, насколько это вообще можно себе представить. Так, вот такая вот коробочка. Сейчас я покажу сумочку. Такая вот сумочка. Я никак не могу запомнить, как зовут этого персонажа. Это очень-очень старое аниме. Так, тут еще одно ухо. Сумочку шила моя мама. Кнопочка. Это текстиль, это хлопчатобумажная ткань. Она никак не проклеивается. Клепки пластиковые, очень тугие. Чтобы избежать каких-то разрывов около кнопки, чтобы кнопка не вылетела из ткани, желательно придерживать ткань около кнопки. Так вот.
Потому что если вы будете вот так вот тянуть где-то отсюда, есть вероятность, что будут разрывы. Так. И ноутбук с моими артами. Кончек — это тетрадь, ноутбук по-корейски. И тут вот такой же арт. Ну как такой же, тоже Procreate. Мальчик с персиками. Так. Теперь я хочу вас познакомить с куколкой. Вот такой вот малыш. Это последний микроб из этой линейки. Больше я не планирую их отливать. Либо, по крайней мере, они уже будут иметь, ну, другую какую-то конфигурацию. Что-то я в них, возможно, изменю. И это будет намного-намного позже. Такой вот голубоглазый милашка. Этот год у нас год кролика, и он как-никак кстати. У него двигаются ручки, двигаются ножки. Есть попка. Также у него магнитный шарнир в голове и магнитные уши. И у него есть еще аутфит, который предполагает вот такие вот мягкие чехольчики на ушки, чтобы уже их примагничивать через капюшон. То есть вот так вот. В дальнейшем, как бы, они без проблем могут и пришиться к капюшону. Это уже как его хозяйка захочет. Такой вот комбинезончик с мягким хвостом. Вот эти вот все ручки-ножки на резиночке. Одевается в аутфитик. Он очень просто. Сгибаются ручки и просовываются туда вместе с тельцем. А там уже ножки распределяются в штанинины, ручки в рукава плюс-минус, и таким образом одевается аутфитик. Вот такая вот лялечка, такой вот пупсичек, он без ушек. Также с ним в комплекте пойдут карие глазки. Они сейчас на вот этой подставочке. Их просто надо будет ножницами аккуратно вырезать. Либо резачком вот с этой вот подставочки. Глазки у него вставные. Они меняются на канцелярском пластилине. В общем, вот такой малыш. Такие вот печати, так они выглядят. Это латинский алфавит. Строчные и заглавные буквы. Это печати с тиснением и с блестками. Где-то здесь есть даже сухоцветы. И они не настоящие, это просто такая прозрачная какая-то картинка. Но выглядит очень классно.
письмецо заклеили. Очень такая интересная прям. Тут тоже какая-то трава, листья сухие, нитки, какие-то волокна. Если вам нравится, как я рисую, то у меня есть своя группа ВКонтакте, которая посвящена иллюстрациям. И ссылочка будет внизу под этим видео в описании. И можете подписаться. Я там выкладываю какие-то анонсы своих артов для кукол, как я разрабатываю мерч, свои идеи, скетчи, видео. В общем, все-все-все касаемо моих иллюстраций. Закончились скрепки. Главное не забыть там, что упало, и не наступить потом. Можно не переживать, я сейчас ничего не испорчу, потому что я уже на просвет посмотрела, где там все бумажки. Опа! Небольшой презент. Новые пакетики с какими-то чудиками. Есть у меня зеленые, есть такие же красные. Оу. Кстати, у него мейкап сделан палеткой Jeffree Star. Не совсем видно на камере, но у него на щечках блесточки.
вот и все, упаковочка закончена. Вот это вот все я уже буду упаковывать в большую коробку и отправлять. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео такого формата, где не только звуки, но и мой голос, ставьте пальчик вверх. Обязательно оставляйте комментарии, чтобы помочь моему каналу развиваться. Те же самые видео, что и на YouTube, я публикую у себя в группе ВКонтакте. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. Также не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ну и буду с вами прощаться. До новых видео. Пока!